Здравствуйте! Предлагаю небольшой обзор симпатичного радиоприемника с часами и будильником. ИТТ Schaub Lorenz Clock Radio 101. Приемник производился в Западной Германии в 1971-72 годах. На передней панели находятся органы управления. Слева колесико громкости, справа колесико настройки. Под часами переключатель работы будильника, просто сигнал или радио. Также там находится кнопка включения освещения шкалы. Слева над шкалой расположены кнопки выбора диапазонов приема – длинные, средние, короткие и ультракороткие волны, и кнопка включения и выключения питания. На задней панели разъем для подключения сетевого шнура и выход на наушники. Снизу надписи на трех языках – немецком, английском и французском. В нижней части находится отсек для батареек. Приемник может работать от сети 220-240 вольт или от четырех пальчиковых батареек формата 2А. Часы работают от отдельной батарейки формата 2А. Сбоку расположена выдвижная антенна. Антенна имеет поворотный узел, позволяющий поставить ее в вертикальное положение. Блок часов имеет два положения – утопленные и приподнятые. Будильник работает в приподнятом положении. Сзади на часах находится рукоятка установки времени или будильника. Посмотрим, как работает приемник на разных диапазонах. У КВ работает отлично. Диапазонок длинных и средних волн приема практически нет. На коротких волнах найти ничего не удалось, хотя в другое время суток несколько радиостанций было. Посмотрим работу будильника. Для ускорения я решил не ждать, когда будильник сработает, а просто прокрутить будильник до включения. Если опустить часы, то радио выключается. Если снова поднять, то включается. В целом приемник находится в хорошем косметическом состоянии. Потребовалась только замена контактов батарейки питания часов. Спасибо!